Итак, сегодня наша тема — это камеры. Камеры употребляются во многих процессах, в частности, в промышленности, чтобы распознавать детали, продукты, определять качество продуктов. Поэтому вопрос, как это можно использовать в сельскохозяйственной технике? Это самая известная система камер, связанная с сельским хозяйством. Это для того, чтобы распознавать ряды, улучшать точность, другими словами, чтобы стать более независимым от того, кто сидит в кабине трактора. И вот я пригласил сегодня на круглый стол гостей, которые могут сказать, в чем потенциал использования камерных систем, есть ли границы их применения и где, может быть, человеческий глаз заменить нельзя. Ну, я буду очень рад, если у нас будет интересная дискуссия, интересные вопросы из аудитории. Пожалуйста, присылайте нам вопросы по чату, и мы постараемся дать на них разумные ответы. Добро пожаловать. Итак, в нашей студии у нас разговор в прямой трансляции, и тема нашего разговора — заменит ли камеры человеческий глаз в сельском хозяйстве? И гости у нас в студии. И добрый день, и спасибо за готовность участвовать в нашей дискуссии. Мы хотим с одной мысли начать в Германии. У нас скоро будет новое правительство, и коалиционный договор — это такое очень массивное соглашение, массивный текст, и в том числе сельскохозяйственная техника тоже туда включена. Мы будем содействовать развитию цифровых технологий в сельском хозяйстве, и будем также избегать где мы можем принимать цифровые технологии, чтобы избегать вырубки, сноса. По правую руку от меня сидит доктор Роберт Винк, сооснователь Same Dimensions фирмы. Ты, по-моему, вырос вне сельского хозяйства, но не так уж от него отграничен. То есть у тебя есть доступ к таким вещам, как производятся продукты питания. Ты докторскую работу написал по биологии и как можно давать методы оценки. Следующий — это доктор Бернард Барр из Лисдорфа, школа по технике, высшая школа техники и экономики. По-моему, как по местоположению, так и по содержанию она интенсивно занимается сельским хозяйством в области особенно защиты растений и луга, пастбища. По-моему, ты также очень стараешься привнести эти знания конкретно на поле. Ну, надеюсь, по крайней мере. Также приглашаю доктора Йенса Кёнига из фирмы Bosch, где он работает в области умного сельского хозяйства. По образованию ты не фермер, а физик. И занимался, да, тематикой оптика и лазеры. И твоя профессиональная карьера поможет нам сегодня посмотреть на ситуацию с другой точки зрения. Добро пожаловать. И вдали от меня Тео Леб, да, он нам очень-очень нужен, потому что уже мы довольно часто с тобой вместе организовывали такого рода дискуссии. В принципе, я хочу начать с темы. Первый вопрос тебе, Бернард. В принципе, где мы видим потенциал экономии в сфере защиты растений? Ну, есть разные области. Прежде всего, системы, основанные на камерах. Почву исключать полностью нельзя, но все равно это несколько другая тема. Может быть, там удастся что-то экономить, или может быть проблема сорняков, если мы хотим in der Fruchtfolge dann auch immer wieder Probleme haben.
в системах, основанных на камерах, для избавиться от сорняков и для механической защиты растений, замещение гербицидов. Symptome erkennen, sind dann eben aber auch auf Kurativmittel angewiesen. Das heißt, Fungizide mit einer Kurativleistung, die eben dann eine Stoppleistung auslösen können und dann eben einen Befall zu stoppen. Ich würde gerne den Ball an der Stelle zuspielen aus technischer Sicht. Wo kommt Я хотел бы здесь с технической точки зрения Schutzmittel zu reduzieren. Na gut, von unserer Historie kommen wir eher aus dem Bereich der Abgiftreduktion, ganz stark vom Fokus her. Und das ist interessant, dass die Bundesregierung dieses Thema ja sehr massiv mit aufgenommen hat. Und das, sagen wir mal, reicht durch eine sehr exakte Gestängeführung und Zielflächenabstandsreduktion. Und interessant ist jetzt das, wenn man weiterdenkt, was als nächstes aktuell draußen in der Praxis schon umgesetzt wird, ist das Thema Bandspritzen. Was auch wiederum eine sehr präzise Gestängeführung voraussetzt, dass wenn ich ein exaktes Band von 20 cm einhalten will, dann geht es natürlich nicht, wenn das Gestänge da rumschlackert. Und wenn man Richtung Kamera und Spotspraying denkt, dann ist auch wiederum die exakte Gestängeführung die absolute Voraussetzung, weil sonst funktioniert das nicht. Ich muss ja exakt einen Spot platzieren auf dem Problem und gerade drauf. Und das heißt, wir kommen von der Fläche übers Band jetzt zu einem Spot. Und die Frage ist, wie groß ist dieser Spot? Und da, glaube ich, müssen wir И вопрос, насколько важно это нужно понять, что и на сегодняшний вечер, что какое минимальное применение, чтобы дать ответ. И в конечном счете стандартный опрыскиватель 50 миллиметров форсунки в диапазоне 60 сантиметров и зависит от скорости системы форсунок где-то 40. Минимальный спорт 25 сантиметров. И если по длине не подойдет, опять же, у нас 50-40 сантиметров по ширине, но, правда, 30-40 сантиметров. Поэтому, я думаю, это очень важная база, которую нужно привести в соотношение с сорняками. То есть, насколько далеко отстоят друг от друга сорняки. Поэтому нет смысла там следующий, кто на 40 сантиметров, там уже я не отключу этот опрыскиватель, но вот эти, кстати, места скопления от одного к другому, так нет смысла. И поэтому я думаю, что в течение вечера нужно над этим подумать, какие применения, на каких культурах у нас есть вот это условие, чтобы действительно сорняки расстоянием 3-4 метра. В 2019 году ты вместе с Александром Линкиным основал предприятие SEM Dimension уже при помощи стипендии, и тогда уже у тебя было видение, и ты прямо пустился в это новое приключение, это тогдашняя была миссия, сегодня же тоже. Да, действительно, да, вот это интересный был вопрос на разнице, как это развивалось. Когда мы начали в 2019 году, когда я получил стипендию проводить полевые опыты, у нас собственная была техника с камерами и такая версия, которая была еще с моей кандидатской работы. И уже тогда в чистых культурах это была сахарная свекла и кукуруза, и там машинные подходы, с которыми мы сразу начали работать. И потом сначала мы исходили из того, что мы будем распознавать сорняки, а потом прямо вот на этом миллиметровое разрешение почты, разрешающая способность, чтобы распознавать, идентифицировать. Но чтобы исключить при
когда у меня был этот метод, когда я о нем думал, 24 до 48 часов проходит, пока эта карта идет на опрыскиватель. Но, естественно, нужно, чтобы там, чтобы были те, кто на стадии проростков, эти сорняки тоже, что уже камера их заметила. Но что выяснилось с течением времени, что есть потенциал экономии при помощи новых форсунок с определенным видом включения. И вообще вот эта система форсунок, мы их разработали до той степени, что больше возможностей экономии, чем мы думали. В случае сахарной свеклы, НК1, часто там очень высокая плотность сорняков, и в большей части мы скажем, что всю площадь нужно обрабатывать. И здесь, конечно, экономия, ну, вот так как уже говорили, вопрос, где отключать, но это очень сильно. 25 сантиметров включение, 30 до 40 сантиметров. Можно говорить о потенциале экономии 60-70, вплоть до 89%, может быть, даже и больше, чем 90%. Но если посмотреть на все предприятия в целом и в различных, на различных территориях, то есть мы смотрели не на одно предприятие, а сразу решили по Германии и вне Германии, в Чехии, например, посмотреть на разные предприятия, чтобы собрать данные. И этот феномен мы можем наблюдать на всех фирмах. Может быть, потом еще вопрос от фирмы Bosch. Мы тоже обсуждали различные световые условия, различные почвы и так далее. Вот по этой причине мы решили с самого начала картирование делать на больших таких территориях, чтобы у нас был достаточный материал, а не только концентрироваться только на каком-то одном стандарте в долгосрочном плане. Да, да, потом да, решили, да, это расширить. Ну что ж, Bosch было такое слово. У меня тоже парочку вопросов взял с собой. Техника для жизни. По-моему, вот это была такая вывеска в 2015 году, когда говорили и о сельском хозяйстве. Ты ей занимался. Почему? Какой был мотиватор тогда? Ну, Bosch, естественно, всегда ищет новые области для бизнеса, новую тематику, и когда мы, где мы можем наши знания, умения и технологии применить. И, естественно, техника, основанная на камерах для сельского хозяйства. И, естественно, Bosch делает вещи для автомобильной промышленности, регулирование дистанции, камеры и так далее. То есть опыт у нас есть. Если наоборот посмотреть, в сельском хозяйстве есть потенциал, как уже было сказано, особенно в области применения гербицидов. Но поскольку мы, если честно сказать, мало чего понимаем в сельском хозяйстве, то, будучи технологическим предприятием, мы искали технологического партнера. Это сейчас Bass Farming, Xabio, MediaMarkt, которые дают нам цифровую платформу. И они наши контрагенты в разных областях касательно сырья, техники применения, ну и просто контакты с фермерами за счет той широты деятельности, там группы консультантов по аграрной теме в фирме BASF. Ну, площади, то, что ты говорил, маленькие вот такие места, и где что можно сэкономить. Мы уже много лет проводили опыты в поле, и размеры примерно, да, полметра на полметра, это мы описали, где-то примерно 50 сантиметров расстояния. У нас очень-очень мало полей, где мы минимум не было бы у нас экономии на 10-15%. Были поля, которые действительно только 5%, просто пример, там поехали что-то, там было больше сорняков, чем кукурузы на поле. И тогда действительно столько очень мало процентов. Но в среднем у нас минимум
размере где-то 20%, а скорее от 50 до 70%. И при хороших условиях, сухая весна, например, как в 2020 году, от 70 до 90%. Но зависит, как обычно, от конкретного поля, какие условия, там состояние воды. То есть нет одного фактора, влияющего на экономию, который можно применить на всех полях и культурах. Но такие солидные процентное число, я думаю, что в среднем около 50%. Не знаю, у вас другой опыт, но вот у меня такое впечатление. Ну, я без сомнений могу говорить в среднем о цифре больше 50%. Если мы посмотрим последние 2-3 года, когда новые фирмы стали активно работать, и что самое интересное, ну, научные исследования, да, там биология плюс подходы искали довольно рано, но вот последние 3 года несколько фирм с совершенно разными подходами, они начали тонкое картирование участков, ну, чтобы полноценные площадные, ну, такие очень с высоким разрешением карты, и, по-моему, этот потенциал был недооценен. И интересное, что несмотря на то, что мы работаем с двумя разными системами на почве и в воздухе, но это хорошее доказательство того, что действительно здесь вот правда заключена. Можно я одну вещь подчеркну? Есть офлайн, есть такой дрон летающий, он делает съемки, а в вычислительном центре идет обработка данных, и Bosch говорит, да, я о чем говорю, метр, 1,50 м, да, вот такие вот единицы плотности, информация обрабатывается, и идет управление форсунками. Это число, если вот посмотреть процентом, если чуть более конкретным, на каких культурах был этот опыт. Мы сейчас работаем только с чистыми культурами. Кукуруза, сахарная, свекла. В Северной и Южной Америке соя, хлопок. В будущем, или мы пока еще подготавливаемся к рапсу в широком спектре и к подсолнечнику. И следующий шаг – это бобовые растения. Это вот то, что в ближайшее время, то, что мы можем сделать и то, что мы только что протестировали. Да, у нас тот же самый подход, по-моему, что направление изначально было задано. Это своего рода обучение алгоритмам, которые хорошо работают. И это все еще очень много затрат, но намного проще это сделать в чистых культурах, поэтому мы здесь начинаем применять эту технику. Довольно простое применение, если можно распознавать зеленое и коричневое, и делать вот такое картирование, и перед тем, как крупные площади исследовать, нужна просто идея, с какими средствами, и какое количество вообще нужно, и так далее. И говорите, что зеленое, коричневое, это, наверное, другая тема. Это на другом круглом столе мы можем обсудить, но, может быть, даже здесь будет некоторое недопонимание. Может быть, ты можешь объяснить, почему вот зеленое, коричневое или что там, к чему? Да, это действительно интересно об этом поговорить, потому что с нашей точки зрения это понятие устоялось в сельском хозяйстве, нам его привнесли, это понятие. У нас действительно, что одновременно идет распознавание. Естественно, это такая сеть, обычный алгоритм обработки изображения. Зеленый – это значит любая вегетация, зеленый и коричневый – это любая вегетация на почве. Зеленая – это значит, к примеру, распознать сорняк в свекле, и это различение между культурным растением и сорняком. Отчасти, может быть, у них перекрываются листья. Такое может быть. А следующий шаг, и над этим тоже можно сказать, если мы уже в зеленом,
то следующий шаг можно различать между различными сорняками. В частности, наша цель будет это следующее различать между злаками, Или потому что для нас это тоже следующий шаг для устранения вредителей. Может быть, еще вопрос для понимания для зрителей. Мы говорили о высоком разрешении. Во-первых, когда мы пролетаем или проезжаем, что это означает высокое разрешение и с какой скоростью действительно мы это делаем на практике? Здесь наши камеры мы распознаем примерно, распознаем растения в 5 миллиметров, то есть размером рисинка. То есть если мы примерно 20 километров в час проезжаем над полем, это можем попробовать проезжая на велосипеде алгоритмом определить одно рисовое зерно на полу. Но, в принципе, это у нас сейчас уже очень хорошо получается. Это минимум, что мы можем. В большинстве случаев, это нужно сказать, это даже слишком хорошо уже, потому что распознавание... То есть мы узнали сейчас, что не имеет смысла всюду распознавать самые мелкие растения. Отличие этого метода, это может быть то, что у нас все это уже на месте используется, средства. То есть я уже решил делать опрыскивание. То есть фермер уже был, рассматривал свое поле, уже наполнил свой бак, и то есть... Таким образом, ему уже известно, что он будет наносить туда, и теперь просто вопрос стратегии. То есть это означает у нас, в принципе, это так делается. То, что наше самое лучшее разрешение, нужно немного понизить, чтобы решить, вообще имеет ли это смысл, с какого размера растений мне нужно в конечном итоге это распознавание, если кукуруза уже немного побольше, а рядом такое мелкое растенице, мелкий сорняк растет, и его, в принципе, все равно не имеет смысла тогда опрыскивать, кукуруза все равно его вытеснит. И это та логика, которая долгое время у нас использовалась. Больше 15 тысяч тестов мы проводили, наши агрономы проводили, чтобы эти пороговые значения определить, что вообще имеет смысл с агрономической точки зрения. Я думаю, в этом отношении, в этом различии для того метода, когда мы еще думаем, какое средство мы будем использовать. Да, правильно, это одно из отличий. Второе отличие – это то, что сейчас мы начали с разрешения 1 миллиметр почвы, то есть то, что точно с размера 3 миллиметра. У нас идет распознавание, если мы сейчас туда посмотрим и примерно уже видим, у нас уже появляется такое чувство, что уже это, в принципе, не имеет смысла. Это маленькое растение, например, для кукурузы, как вы сказали, но сейчас тоже следующий вопрос. Мы начинаем тоже немного шкалу эту немного понижать для данных, то есть как бы моделировать более худшее разрешение и смотреть, что у нас получится. Цель у нас в этом развитии, разработке камерных систем сделать их так, чтобы сейчас мы работали, могли работать с разрешением в 2 миллиметра, чтобы вообще получить нужное соотношение осей. И если это просто долго слишком будет длиться, это обыскивание площади тогда. Поэтому мы сейчас сконструировали такую камерную систему, где тоже мы можем настроить, или нам нужен этот 1 миллиметр, или мы можем поднять до 5 миллиметров. То есть таким образом, соответственно, у нас увеличивается сама площадь, которая сканируется. Во-первых, это, конечно, очень интересная информация для фермера, что с технической точки зрения возможно. Но с моей точки зрения мы поговорили уже о двух темах. Во-первых, какие допуски, какие погрешности у нас могут быть. И, во-вторых, какие стратегии мы можем использовать. Или только мы используем сразу распрыскиватели, конечно, зависит от того, что я собираюсь этим делать. Или действительно я хочу устранить каких-то вредителей на растениях.
Соответственно, то, что для будущего будет важно, это интересная вещь, чтобы посмотреть, какие затраты мы можем здесь использовать, если смотреть на разные культуры, на разные растения. Если посмотреть, например, на какие-то стручковые или горох, то здесь конкуренция не такая большая. То есть здесь, конечно, этот порог, что для нас еще терпимо, гораздо ниже. Если это более чувствительные растения, то, соответственно, этот порог будет немного выше. И, конечно, было бы хорошо, если бы мы могли еще определять, какие это сорняки, соответственно, или какие это травы, чтобы, соответственно, изменять пороги. Но я думаю, что, соответственно, нам нужно различать тогда эти монокультуры и так далее. Но с точки зрения защиты растений, это тема, конечно, как будет выглядеть наша стратегия. Как мы можем применять почвенные гербициды, например. Хотя сейчас сам менеджмент гербицидов – это достаточно серьезный фактор, потому что это относится также и к менеджменту устойчивости растений. Но также я вижу применение культур, в которых у нас повторное применение гербицидов идет, то есть где все время применяются гербициды, и, может быть, здесь мы можем устранить какой-то один из процессов применения, и таким образом тогда можем смотреть, какие вещества мы используем, какие культуры ты конкретно имеешь в виду. Это, например, сахарная свекла, хороший пример. Если это достаточно простая вещь, сначала мы можем полностью всю площадь покрывать защитой, и потом у нас будут, например, разные вещества, которые сказываются как на листве, так и на почве. И таким образом, естественно, мы тоже с каждым проходом, с каждым проездом можем сэкономить тогда вещество, и здесь потенциал экономии гораздо больше. Что меньше, это, например, такая консервация метаметроном. Я думаю, что от этого мы можем отказаться. И я думаю, что для кукурузы тоже можно достаточно хорошо все это применить. Здесь, может быть, у нас есть даже небольшой прогресс. Нужно посмотреть, с одной стороны, это вещества с воздействием на почву очень популярны у фермеров. У них мало отрицательного влияния на само растение. У них достаточно хорошая устойчивость, резистентность, но в то же время у нас есть и свои недостатки, то, что касается менеджмента грунтовых, вот, например, у них может быть плохое воздействие метаполит, например. Но если посмотреть листовые гербициды, здесь мы можем хорошо сэкономить, но здесь у них есть более высокий риск резистентности и устойчивости. И частично, может быть, у них есть и определенный потенциал, что они могут немного отрицательно сказаться на самой культуре, на самом растении. И теперь нужно просто смотреть, как можно объединить эти две части, этих два мира. Так что, может быть, при разбрызгивании понизить количество гербицидов для почвы, чтобы использовать хорошую переносимость для кукурузы, и также работать одновременно с этими камероуправляемыми устройствами. Да, это интересно, две вещи. Во-первых, что это действительно, что еще агрономические знания необходимы, дополнение к этой технологии. И второе, что нам придется комбинировать разные методы. Я думаю, что в большинстве случаев придется все-таки использовать комбинированные методы. Я хотел сейчас спросить, ты сейчас говорил о теме этой резистентности. И здесь это так, по крайней мере, я слышал, что у гербицидов может быть только или ноль, или один, то есть или все, или ничего. И здесь для отдельных участков, для спотов, для точек, может быть опасность
того, что мы частично только это опрыскиваем, а с краев все это остается неиспользованным. То есть важно также, конечно, и распределение, распределение форсунок. Так что сорняки, может быть, получают тогда только половину дозы необходимой. У нас есть определенные погрешности в системе тоже. И тогда, да, это очень многосторонний вопрос. Мы не должны это рассматривать с точки зрения одной культуры. Сейчас это работает на многих разных культурах. Если потом у меня будет такая культура, где я проведу нормальный менеджмент резистентности. Здесь, например, у меня будет рапс, или буду использовать фунгициды, которые используются для злаковых культур. Здесь уже можно тоже значительно понизить этот риск резистентности. Здесь тоже, опять-таки, необходимы эти сельскохозяйственные, эргономические знания. Так что определенные сорняки нужно убирать, а определенные сорняки в определенной доле можно оставлять. И правильным севооборотом, правильной ротацией можно тоже все улучшить, еще проблемы, понизить количество проблем с вредителями. И здесь, конечно, нужно сказать, да, что, конечно, это действительно будет повышаться, эта кривая, но мы все равно еще работаем с этим севооборотом. У нас все это основывается не только на севообороте, не только на ротации, но и на менеджменте гербицидов. То есть, соответственно, этот риск резистентности тоже падает. Как мы уже говорили, мы проводили разные тесты. Нам нужно ли пробовать это на отдельных участках или нет. Нам нужно попробовать изменить программу. И в идеальном случае я получаю такую систему, по которой я проезжаю каждый год и действительно смотрю, где действительно у меня нужные растения, где сорняки, и эта историческая база данных мне помогает тогда разрабатывать новые, лучшие программы. Это не статическая вещь, где я просто использую нужную технологию, но мне нужно в идеальном случае изменять и все остальное. То есть это постепенное изменение. Все это, конечно, известно и фермерам, это понятно, но потом будут тогда новые предложения. И то есть, как я знаю, если агрономические знания, без этих знаний, как использовать эту технологию, это может привести к очень плохим последствиям. Это как раз то, что нельзя забывать, это разбрызгивание по определенным участкам, нельзя забывать при этом сборы данных. То есть, если я в этой части делаю это разбрызгивание, опрыскивание на одном участке, то есть на следующем год мне это тоже нужно использовать еще больше таких площадей, где, например, не используются гербициды. То есть нужно тогда быть консеквентным здесь, или я использую другую стратегию, или я отказываюсь от этого разбрызгивания по определенным точкам, определенным участкам. И я думаю, что это тоже не все помнят об этом, что действительно нужно со временем собирать эти данные, собирать эти знания, и таким образом тогда можно уже будет дальше создавать прогнозы для обработки почвы. Или, может быть, сменить просто само применение, саму аппликацию. Я хотел еще добавить, у нас немного другие стратегии, чем у Робина и его коллеги. Здесь у нас действительно мы сразу переходим к проблемам, проблемы сорняков, например, чтобы здесь определить эти проблемы, также с тем отличием, что у нас уже есть средства. В некоторых случаях наши клиенты собирают машины с разными аппликациями, разными применениями flat и spot, и тогда я могу, соответственно, выбрать или полностью всю площадь, или эти отдельные участки, и тогда мы можем выбирать нужный метод, когда я распознаю проблемы с сорняками. Пока мы еще до этого не дошли, это все еще в процессе разработок находится. Все эти данные еще необходимо ввести в систему, чтобы мы знали тогда здесь, например, определенные проблемы в этом углу, и тогда это, соответственно, учитываться будет.
У нас из публики один вопрос. Вернемся назад. Камерной техники, да, очевидно, это очень интересное. Какие технологии камер у вас используются? Цветные камеры или как вы можете себе это представить? Мы используем классические EGB-камеры, хотя дополнительно мы хотели бы еще инфракрасный канал получить. Это связано просто с практикой, чтобы для мы достаточно далеко от онлайн-режима, и поэтому, чтобы получить лучшее разрешение площади для нас, поэтому направление всегда шло в направление RGB. Это не так страшно, как раньше, когда мы со старыми алгоритмами работали. Сейчас, сегодня, в принципе, все это мы не хотим отказываться от этих каналов, от этих цветных каналов RGB, и поэтому мы начали с этой техники RGB, то есть микросхемы с высоким разрешением у нас используются также. Мы в конечном итоге тоже используем достаточно недорогую технологию имидж микросхемов. Одна в красном диапазоне, одна в ультракрасном диапазоне, просто чтобы отличать вот это вот коричневое от зеленого. Это наша основная функция. То есть это кривая, острая кривая поглощения перехода на зеленое. Это используется в наших камерах. И мы рассматриваем тогда этот красный и инфракрасный каналы. Что важно, это сильное освещение. У нас освещение даже больше, чем сама камера, потому что мы увидели, что хороший свет очень хорошо помогает улучшить качество распознавания камеры, и поэтому мы работаем со светодиодами и здесь в этом двухканальном диапазоне. Вопрос распознавания коричневого и зеленого – это ничего нового, в принципе. Все это существует уже много лет или десятилетий даже. Это типичное применение. Чем это отличается от вашей технологии? Я думаю, для фермера это не так сильно, потому что это очень простое применение, нужно сказать, с технологической точки зрения. Зеленое, не зеленое отличать – это самое простое, что мы можем делать. Гораздо сложнее это тогда, например, в кукурузе распознать сорняки или в сахарной свекле. Позже тогда еще последующие доработки распознавания чужих растений. То, что касается зеленого-коричневого, я думаю, что у нас преимущество в том, что мы собираем эти данные, то, что мы можем сказать о размере на данный момент. Это, да, это основное отличие. Что-нибудь забыли? Нет, могу только согласиться. Мы говорили до этого, что относится к такому скаутингу. И здесь, в принципе, интересно, как это у вас на фирме рассматривается. Это тоже отдельная наука. Мы видим изменения в том, что мы не на поле, мы просто что-то рассчитываем, сканируем и просто применяем, и что-нибудь можем забыть. Но почему мы именно специфически мы перешли на наш метод? Это потому, что мы разрабатывали этот метод вместе с фермерами, рассматривали его вместе с прототипами. И здесь у нас просто в образе мышления происходят изменения. Многие говорят о том, что, может быть, они в будущем будут действительно с мотыгой просто выезжать на сахарную свеклу. Но многие говорят, что если у меня будет заранее эта нужная информация, я знаю, что у меня происходит на площади, на поле, то есть так, эти специфические проблемы, например, сорняки и так далее, мы чисто механически будем бороться с этим. Для нас, например, это для нас тоже было этот смысл, это тоже так работать с нашей стратегией, потому что Horsch тоже сильно сейчас расширил свой портфель.
и это тоже именно эта модульная система у нас. У нас сейчас используются разные технологии, стандартные, дополнительные технологии, и что к чему подходит. Это тоже может быть определенным ключом для решения наших проблем. Может быть, это еще такая... всей экосистеме с сорняками. Это, может быть, такой перелом коренной будет. Может быть, вообще не надо бороться с ними. Может быть, другими культурами можно работать. Поэтому не кукурузе, а если у меня кукуруза, где уже есть зачаток, початка, но у меня существует и проблема, что же классически я не могу так переключиться. У меня там штанга 30 метров уже на определенной высоте, и я вообще не вижу уже больше, между рядами не могу заглядывать. У меня есть карта применения, и там не всегда можно. Севооборот, бобовые, свекла – это идеальный вариант. Да? Или, к примеру, уже где-то есть мочевина, мочевину положил, но в долгосрочном плане, когда развивается, нужно картировать. Да, здесь я вижу достаточно разумное применение системы дронов, потому что это уже не настолько важно. Если там летал я там час назад или неделю назад, или на ранних стадиях неделю раньше, это не то же самое, что с там, рабочим днем или с опрыскиванием. Поэтому не только с точки зрения обработки данных, но и с точки зрения возможностей дронов. Под дроном тут возможно представить себе будущее, что будет так частично модернизированное. Да, у нас всегда возникает все больше роликов в Ютубе и так далее, где каждое маломальски что-то приличное в технике сразу представляет себе в виде робота. Мы тоже так это видим. Дроны у нас уже сейчас есть. Следующий шаг — это роботы. Мы только на стартовой стадии сейчас активны. Уже мы только позицию нужно откорректировать при приземлении. Чаще всего там немножко дрейфует из-за ветра пилот, это немножко корректирует, и где он приземляется, а в остальном полностью все вот это выполнение миссии совершенно автономно. Так же, как и вот в докладе Михаила Хорша, там робот — это такая сеялка, просто планирование колеи. Это так же важно, как и при сеянии. При фотографии важно, что у нас не слишком много фотографий или не слишком мало, потому что иначе не будет хватать кусочка поля. Этот процесс будет все больше автоматизироваться. В 2017-м с Телекомом и немецким организацией по обеспечению безопасности полета мы это делали, то есть тоже вне видения, управления. Это было очень-очень дорого, но сейчас новая директива ЕС по дронам, там отрегулировано, что мне нужно для оценки риска, чтобы проводить опыты. Это все еще пока не применимо к сельскому хозяйству, но в фирмах, где мы начинаем вот эту кооперацию, все это фаза тестирования, это чисто разработки, но мы участвуем, потому что дроны — это очень интересные они будут, если они просто автономным образом могут работать на предприятии, без того, чтобы кто-то вообще следил за этим полетом. Но что мы делаем, можем делать, это используем время и ходим по полям. Это наша философия, это тоже тема сегодняшнего вечера. Вот эта оценка, что, может ли полностью заменить человеческий глаз или без человека применять решение. Но вот эта технология применения решения, человек все еще на поле, он смотрит свои вот эти места, а потом, если он смотрит распечатку данных по этому вот месту, участку, он может немножко адаптировать, и потом это решение переносит, масштабирует на все поле. То есть для нас автоматизация плюс дрон — это
только начало, идти нужно дальше. Пока он не сам будет работать, этот дрон. Теперь, если мы говорим о картах для применения, картах с высоким разрешением, то это должно уже быть применимо к машине. То на какой стадии мы сейчас находимся? Ну, для нас, я вижу, тематика, как вообще проводить обсчет. Через мобильное приложение сейчас есть проблема. Мы говорим о 20 гигабайтах на гектар, которые нужно обработать. Поэтому мы решили эти данные поместить в облако. Это такой физический процесс, но уже некоторые предприятия применяют стекловолокно. Это все не проблема. А в облаке мы практически не ограничены в плане вычислительных возможностей. Изобус — это хорошая тема. Мы уже с вами тоже интенсивно сотрудничаем и идем шаг за шагом, продвигаемся. Мы можем дать разрешение, но вопрос, как на терминале могут эти данные быть обработаны. Тут пока еще вижу такой двузначные цифры гектаров где-то в нижней зоне этого диапазона обработка. Да. В зависимости от конкретного применения мы можем эти данные, каждый формат, в любом формате данных и менять объем данных, если говорим, что я всегда делаю, или вот эти участки метр, это вот просто в виде точек давать, или положение сорняка, например. Так, тема данных, чтобы дополнить. У нас та же самая проблема, что если мы долго работаем в поле на опрыскивателе, и каждая камера собирает терабайты данных. Их нигде нельзя сохранить. То есть нет таких там 36 терабайт куда-то загрузить, там, учитывая, что камера по всему опрыскивателю. То есть данные нужно максимально уменьшать их объем и превращать их только в конкретно используемые данные, так, чтобы эти карты можно было снова загрузить. У них уже там что-то 100 мегабайтов у этих карт, при том разрешении, в котором они представлены. Ну, вот историческая подготовка на следующий год, когда я уже знаю свои центры и примерно могу оценить, насколько распространяются семена, тогда другие возможности. Если мы с Евродрон летит и выбирает вот эти места, спот, участки, и смотрим, а что в этом споте, то есть в этом пятне, участке, и мы видим там количество веществ, чтобы все сорняки, которые там, чтобы с ними справиться, это как бы помощь в принятии решения, то как обстоит дело с методом онлайн? То есть я как фермер должен сначала там посмотреть, и чтобы нужные вещества в нужных смесях, чтобы я потом мог управлять камерами. Ну, должен, да, у фермера должен быть мониторинг, чтобы он знал спектр сорняков. Есть и приложение на мобильном телефоне, можно делать фотографии, будет процентное распределение различных сорняков, можно это затем задать в систему. И в конечном счете, чем больше данных, может быть, еще данные о почве, может быть, анализ почвы, и тогда можно порекомендовать, какую программу использовать. И наоборот, часто у фермеров уже, да, они заказали, когда они делают свою бонитуру, может потом докупить, но это реже. Гибкость просто имеет свои логистические границы. А можно еще уточнить, вот Xavius, вот, что интересно, там в деталях, съемки сделать. Как выглядят эти наборы данных? Потому что мы часто
видим, что очень такие зональные, другие виды сорняков, другое их распределение, и потом другие. Вот вы на основании исторических данных это делаете, или на основе топографии, или карт, рекомендации, где нужно делать вот эти фотографии с высоким разрешением. Мы везде делаем фотографии с высоким разрешением, где у нас нет какого-то алгоритма. Мы всегда работаем на высоком уровне, а потом на апскаутинге. Ну, во-первых, исходим из того, что фермер свое поле знает, и он знает, где там сток воды, или там нужно сделать фотографию, или где там по-другому, или... Но мы также очень хорошо видим на картах распределение сорняков, что мы проходимся и видим, где вода, где влага, где топографические данные, они на картах сорняков очень хорошо можно распознавать. Теперь к системам камер. Я всегда вот думаю, да, хорошо, я, допустим, достаточно хорошие фотографии сделали, теперь я делаю свой выбор, и что? Но это как бы противоречит предварительной закупке, то есть тут нужно же немножко такие вариабельные поставки продуктов, так нужно думать, чтобы можно было краткосрочно это делать. Нет, но просто чтобы до конца это продумать. Если уж точность, значит, тогда нужно ускорить цепочку поставки. И плюс, если у меня такой другой метод, я знаю, сколько мне нужно, допустим, 2500 литров опрыскивателя такого-то, и такие-то форсунки. И есть ли какой-то онлайн-метод примерно прогноза, чтобы примерно знать, сколько мне нужно применить, чтобы было меньше остатков? Ну, как консультант фирмы BASF, да, это было очень, конечно, хорошо было знать, когда, какие, да, вещества и сколько. Ну да, там у коллег те же самые мысли. Это первый пункт. Второй. Действительно существует прогноз. Если я задал достаточно количество данных, то у меня может рекомендации, можно давать менеджмент ожиданий. Но я не знаю деталей, но в основном на погодных данных это основано. Удобрение и погода. Вот это своего рода развитие популяции сорняков на основе растительных моделей можно спрогнозировать. Вот это, мне кажется, основные вводные данные. Но у коллег мне нужно спросить поточнее, как они это рассчитывают. Ну, что, а может быть, как бы, да, непосредственно прямо развиваем науку, если вас сейчас так тут послушать. Да, но вот то, что сейчас обрисовал предварительные расчеты и методы, ну, мне там не важно, это будет там 100 литров или 120 литров, главное, чтобы там что-то осталось. Мне другое бы меня интересовало. Вот ты говорил вот это такое, чего бы ты хотел. Я вот помню, что там это 15 или 17, да, это была, по-моему, система камер от Bosch. Там различные там горшочки, и система великолепно распознавала, какой это сорняк, там различные, в том числе там удобрения и дозировка, и точно дели дозировки, и я сказал, ох, мы тут кое-что упустили, мы это проспали. Но я теперь уже об этом больше ничего не слышал, и сейчас так в кавычках, только если делать зелено-коричневое распознавание, то есть распознавание рядов, насколько мы далеко ушли от модели 2017 года. 2017 – это было такое долгосрочное видение продуктов, куда мы хотим прийти, но где-нибудь там 20-е, 30-е годы. Но сейчас у нас больше напрямую опрыскивать, и мы не нашли производителя сельхозтехники, которые бы хотели с нами работать над этим проектом. Так, скажу аккуратно. Ну, может быть, в будущем будем работать.
Ну, я сторонник того, чтобы начинать помалу и потом потихоньку продвигаться. Это новая технология, и фермеры, которые это используют, они должны понимать, они должны хотеть это использовать. Если уже вначале это так сложно, то обычно это неправильная такая стратегия начинать работу на рынке. Вот эта ситуация, где в долгосрочном плане, я думаю, что мы друг с другом согласны, долгосрочная картина, слишком бы это было здорово. Я не хочу сказать, что просто зеленое и коричневое, конечно, это немножко побольше, но для чистых культур сорняков это в общем распознавать, а потом, понятно, дальнейшие разработки. Это специальные сорняки, которые в основном создают проблемы для определенных культур. Обычно на каждую культуру у нас там 1, 2, 3 сорняка. Коллеги с БАСФа дали нам такой замечательный список, по которому нам нужно пройтись и отработать его. То, что для Европы важно, это, конечно, такие злаки, как пшеница и ячмень, они тоже находятся в работе, но это еще труднее. Просто с технологической точки зрения это будет такой постепенный подход, поэтапное продвижение и займет какое-то время. Но, наверное, здесь культурные растения можно, да, потому что крас, это может быть еще, там будет чуть больше тогда проблем. Да, ну, скажем так, мы над трудными проблемами готовы работать и уже начали работать с озимой пшеницей, например. Но это не просто, поскольку там уже на очень ранней стадии роста нужно распознавать хвостик, кончик, и там идея смесь между этими спотами, пятнами, участками и комбинациями, где мы действительно сохраняем данные и при помощи дрона потом можем уменьшить вот эти. Но это на очень ранней стадии работы. Может быть, нашим зрителям объяснить, в чем трудность задачи сделать фотографии, скажем, вот только наших вот сорняков? В чем там проблемы? Ну, тут, может, у нас чуть побольше опыта, потому что работаем с системой камер. Мы 2 года этим занимаемся, с системами, камерами, потому что мы хотим знать, на какой стадии находится действительно развитие техники. И в этом году мы решили взять сахарную свеклу, отличать от всего другого. То есть вот то, что свекла — это свекла, а все остальное — это как сорняк. И мы сделали очень много фотографий на различных стадиях развития и посмотрели, где проблемы в разных условиях. Те, кто работал над опытами, там, проделали эту работу. То есть человек должен быть на поле и сказать, что вот это свекла, это не свекла и так далее. И вот это такая ручная работа. Немножко автоматизировать это можно, но это ручная работа. Ее много, и опыта просто тут недостаточно, там, тысячи, но речь это 5 тысяч, 10 тысяч, вот об этих цифрах идет речь, при определенных условиях, то есть освещение, солнце, затемнение, солнце спереди, солнце сзади и так далее, плюс стадия роста, и вот все это отобразить, это огромная работа, предварительная. Может быть, еще один пример. При помощи системы камер мы решили на поздних стадиях из пшеницы там опрыскивать определенные. Но вот они выросли уже из пшеницы. В принципе, это нельзя, это кажется просто, но
примерно 50% точности. То есть 50% система распознала, а 50% не распознала. Ну, можно сказать, много, это мало. Мне кажется, что это еще мало для того, чтобы система была готова для рынка, ее можно было бы продавать. Но это и не настолько мало, чтобы сказать, что нет смысла над этим дальше работать. Это свет — это очень важно. Освещение. Есть же причина, почему специально делается освещение. С какой стороны светит солнце. Время дня. Может быть. Все эти условия отобразить заранее, это, соответственно, самая крупная работа. Это не значит, что это невозможно, но мне интересно, будет ли возможно с такими сорняками на всех стадиях роста действительно различать это. На культурных растениях это возможно, да. То есть так, что мы сможешь проследить, как моя группа действительно сейчас все еще в поте лица работает над всем этим. Но действительно это возможно. На самом деле это очень сложно, эти отдельные специальные сорняки определить. Это действительно в этом все основное искусство. И поэтому здесь действительно мы не делаем еще первый шаг, потому что нам нужно собирать еще много изображений, много снимков, много данных, потому что сейчас пока мы еще на низком процентном уровне находимся, 50% для нас это сейчас не вопрос, нам нужно, мы сейчас действительно достаточно, погрешность должна быть очень маленькое количество процентов. И только тогда, конечно, и в обычных применениях, нормальных применениях, полевых применениях, это всегда тоже возможно погрешности и ошибки. Если там какой-то лист лежит, например, над сорняком, все это тоже сложности. Это те требования, которые мы поставили перед собой. То есть эти проблемы, они существуют действительно. И я вижу это точно так же. Это вопрос времени, когда мы дойдем до этого развития, чтобы достичь нужного процентного соотношения этой точности, чтобы мы действительно смогли продавать системы. Поэтому мы начинаем с более простого уровня. Я думаю, что имеет смысл задуматься, что сейчас, что возможно в этом методе. И это, опять-таки, тоже нужно рассматривать в разных комбинациях с разными культурами тогда. Также и здесь... Тем не менее, нужно сказать, что все равно имеет смысл все это, да? Просто чтобы мы здесь действительно поговорили об этом, мы говорим здесь о расходах тоже, но даже чисто в самих просеянных культурах у нас все равно 50-70%. Если подумать, сахарная свекла здесь 270 евро примерно в Германии. Мы 70%, если экономим, мы экономим 160 евро в год на гербициды. И таким образом мы можем позволить себе такую систему, которая будет, может быть, немного дороже. То есть то, что мы сейчас видим для крупных предприятий, которых, конечно, крупные опрыскиватели больших размеров. Здесь примерно в 2-4 года, возможно, все, что это окупится. Так как раз это тема расходов или система оплаты, мы говорили уже немного о этом, что это что одноразовая инвестиция, в дополнение к ней идут еще дополнительные постоянные расходы, текущие расходы к технике. Да, у нас концепция такая, что вместе с Кабио мы предлагаем экономическую поддержку, мы тоже смотрим так, что просто предлагать такую систему просто на какой-то опрыскиватель, который, может быть, не такой опытный, рядом с ним не сидит Бернхард, который может консультировать его, это приведет к ошибкам и приведет к разочарованиям. Так что, конечно, эту технологию на рынке тоже будет негативное влияние сказывать. И поэтому
Мы предлагаем эти системы, мы продаем их для производителей сельскохозяйственных машин, и, соответственно, у нас есть необходимый сервис, или это на основе гектаров идет, то есть я плачу определенную цену за гектар, или в зависимости от экономии, которую мы получаем с этой системы, мы платим тогда 30%, 70% получает тогда фермер. Это вторая модель оплаты, которую мы сейчас тестируем на рынке. Я думаю, с цифровыми решениями в конечном итоге мы увидим, что больше. Я думаю, это будет скорее рыночная эта система, но это две модели, которые мы сейчас проверяем. Или у меня будет меньший риск, или я плачу определенную твердую цену, в зависимости от того, конечно, какую площадь я обрабатываю, какие культуры на ней, в зависимости от этого разные эти ступени ценовые. У вас мы, в принципе, точно так же себе это представляем, и я думаю, что как раз будет разрабатываться такая ценовая система. Важно это разделение на экономии, потому что это преимущество тоже, что мы зарабатываем тогда, когда зарабатывает фермер, то есть когда он может что-то сэкономить. Это очень честная модель. И эти расходы, конечно, должны быть так, что они согласованы будут с культурой. Конечно, на сахарной свекле мы можем сэкономить больше, чем на пшенице, например. Когда увидим, когда эта система будет работать с пшеницей тоже, то есть здесь понижение расходов будет меньше, но также и само железо, само техническое обеспечение тоже должно быть подходящим, чтобы все это работало. Дроны, конечно, они могут использоваться для весь период вегетации, на весь период использования удобрений. То есть здесь с техникой я покупаю как бы эту возможность экономии гербицидов. Ну и также в зависимости от того, что он здесь, этот фермер, экономит и оптимизирует, в зависимости от этого мы получаем оплату. Мы работаем больше в отрасли программного обеспечения. Мы смотрим это на основе абонементной платы, или это нужно на неделю, на месяц или на целый год. И очень часто мы слышим немного такие критические пункты, потому что фермеры привыкли, что я купил это один раз, и это принадлежит мне. Мы выглядим это немного как расходные материалы, то есть если я это сейчас использовал, могу потом получить другое, мы можем предложить дрону, сказать успехов с ней, и через год тогда фермер позвонит и скажет, а что, кстати, с этими алгоритмами, со старыми, этот продукт не имеет смысла для предприятия, если я постоянно не работаю над этим софтом, над оценкой этих данных. И поэтому для фермера это, конечно, хорошо, если он знает, что он платит только, если у него будут какие-то преимущества, и таким образом инвестирует в эту технику. Я думаю, может быть, над чем следует задуматься. Также, если это часть машины сейчас, сельскохозяйственной машины, это нужно смотреть как расходные материалы, как гербициды. Каждый год мне нужно покупать новые гербициды, рассыпать, разливать их по полю. И точно так же это ПО здесь, это своего вида тоже инвестиции, как я покупаю гербициды и разливаю их на поле. И здесь в нашей логике это тоже скорее постоянная модель оплаты, которая работает в зависимости от развития. Если мы здесь можем распознавать определенные сорняки, таким образом люди могут участвовать тогда в этой оплате, а не так, как один раз купил, и это все больше не развивается. Здесь нужно тоже четко сказать, что этот продукт изменяется по своей мощности. Сейчас у нас, например, это камерная система, неважно, какая такая или наша, но, например, я могу купить это сейчас и через два года использовать для любых культур, и мне не понадобится новое техническое обеспечение, то есть этот продукт работает все время для всех культур, и поэтому я плачу только за это, когда я это использую. Точно так же, как фермер, если платит за разработку, развитие какой-то отдельной культуры, за которую никогда не будет использовать. Я думаю, с этой точки зрения эти ценовые модели оплаты, я думаю, это действительно
они сейчас правильные, что мы рассматриваем друг друга, кто что использует, кто нет. Но здесь нужно также различать, особенно в этих отраслях, где я покупаю, не покупаю и использую. И здесь, я думаю, тоже в этой отрасли с годами эта система будет становиться все лучше. И тоже не следует думать, что я сейчас купил такую систему, и этого хватит на 10 лет. То же самое, что если купить сейчас электромодель, и она будет работать сейчас, то же самое через 10 лет понадобятся тоже другие. Важно только, что этот порог для вступления для фермера был небольшой. Если ему сразу нужно покупать эту камеру за 70 тысяч евро, плюс еще добавляются к ней какие-то дополнительные расходы на проект, тогда еще вопрос, сколько я смогу сэкономить на всем этом. Увидим. Я думаю, те, кто задумываются над этим, они все это рассчитают. Если они увидят, что у нас действительно столько-то гектаров сахарной свеклы, 160 евро на гектар, так они быстро могут посчитать. Я не знаю, например, у меня 200 гектаров, это 30 тысяч евро, которые я сэкономлю. И потом у меня еще дополнительно кукуруза растет, и подсолнуха, и еще что-нибудь. И то есть тут я эти 30 тысяч сэкономил достаточно быстро. Я думаю, здесь уже можно, в принципе, как сказал мой друг, уже неважно, какой производитель, какой продукт это. Это, в принципе, уже данные говорят, что мы заходим в тот диапазон, который нам нужен. Но в Европе тот катализатор, который все это ускорит, эти 50%, мы все еще находимся вокруг этого параметра. Но здесь, я думаю, это действительно сможет стать хорошим катализатором, эта техника. Да, это точно. Если мы точно знаем, как мы можем рассматривать эти 50%, и также, если посмотреть на новый договор нового правительства, идет в том же направлении, то, что у нас много будет использоваться на потенциал развития, на исследования, на разные техники. Я думаю, что это действительно в будущем будет хорошо использоваться, и это будет своего рода тоже катализатором. И также следующий вопрос. Европейский рынок – это скорее тот рынок, где это будет использоваться? Или, может быть, это у нас потенциал есть и для других рынков тоже? Конечно, эти культуры больше, как кукуруза, свекла и так далее, они больше используются в Америке, в Северной Америке тоже. А в Европе, я бы скорее сказал, Европа – это Восточная Европа из-за огромных площадей, которые там используются, но также Восточная Германия, большие предприятия, много сахарной свеклы, кукурузы. Это действительно интересные для нас культуры, которые мы сейчас можем обслуживать. Так и сейчас я уже вижу важный рынок в Европе, но еще больший рынок Бразилия и США. То, что в последнее время, в последние годы часто возникал вопрос, это тема коричневая, зеленая, это тоже часто идет из таких отраслей, как Казахстан, Россия. Это для огромных площадей, это не обязательно там, что все это интегрируется полностью в систему. И у нас это интегрировано сейчас в эту опрыскивающую технику. Это действительно имеет смысл так это делать. Также с технологической точки зрения это имеет смысл. Часть зеленая и зеленая. Сейчас тоже большой спрос, но мы просто замечаем эти уровни ожиданий совсем другие. Зеленое, зеленое, это значит, люди ожидают, что система будет точно распрыскивать то, что я хочу. И это скорее то, что наша мечта сейчас, то, к чему мы стремимся на данный момент. Это необходимо тоже немного разъяснять людям, как все это выглядит. И примеры, это как раз этот метод, о котором мы сегодня имели
где это имеет смысл, на каких культурах распознавать эти ряды, признавать определенные потери. И тут мы получаем эти 50%, что означает, в свою очередь, то, что моя система экономическая, моя ротация, соответственно, тоже будет ориентироваться на это. И это необходимо тоже определенного разъяснения для людей тогда. То есть, да, скажем так, скажу еще раз, без агрономической поддержки, без консультации агрономов, просто использовать эту систему и сказать, что она будет за все отвечать, она даст какую-то гарантию, и сказать то, что это наша четкая рекомендация, делайте так-то, вывозите этот опрыскиватель тогда-то. Это сложно, конечно, такую систему установить на рынке, и это приведет к недовольству, конечно, к неуверенности, соответственно, к вреду для такой системы. И консультация – это очень важная тема. И также из разговоров с фермерами, которые тестировали уже эти наши системы, мы получали очень много положительной информации. Некоторые критические голоса, конечно, тоже были, это всегда есть. Но по большей части можно сказать, по своему чувству можно сказать, что 50% купили бы эти системы. Для такого нового, такой абсолютно новой системы, это очень хороший показатель, я думаю. Да, вопрос, купит или не купит в будущем, это может быть зависит от текущей экономии сейчас. Может быть, что в будущем мы будем вынуждены использовать такие методы тогда просто. Например, хороший пример. Определенные применения допускаются в Германии, так что в будущем теоретически могут использоваться и определенные вещества, но только при использовании этого метода разбрызгивания по пятнам, по спотам. С моей точки зрения, Бразилия не получит никакого политического давления. Все равно там большой спрос. Это просто экономический образ мышления. Они очень активны на своем рынке. И это говорит мне о том, что это, конечно, большое преимущество, если политика это тоже будет поддерживать. И требовать этого, но это не значит, что это не привлекательно с финансовой точки зрения. Я думаю, что это база для всего. Конечно, если и фермерам придется много инвестировать, и все предприятия хорошо нагружены. Я здесь еще хотел коснуться темы распознавания монокультур. Как ты сказала, Йенс, у нас мы смотрим конкретно на травы, на сорняки. И здесь, например, как распознать совсем новый сорняк, который совсем молодой, совсем маленький, который просто ровненько стоит над почвой. Я не могу сейчас еще точно никак сказать, не хочу, но в этом отношении я оптимист. Но мы пока еще это недостаточно тестировали. Мы работаем сейчас над этим. Здесь это в основном в Англии проблема этого сорняка, так называемый лисий хвост. Я все равно надеюсь, что все это хорошо получится. Это не так, что мы должны сразу это распознать, сразу обработать. Мы можем сначала собирать данные, потом обрабатывать их в процессоре и дать соответствующие следующие рекомендации. Здесь, например, в Англии вид этого сорняка, этот лисий хвост. Это эксперты говорят, что там это действительно больше имеет смысла использовать карты с этими переменными для распознавания этого сорняка. То есть этот план он не сразу проходит. Это не так, что я обрабатываю эти сорняки и сразу собираю данные. Как правило, на практике мы делаем наоборот, что мы очень рано выезжаем уже на травы, чтобы получить уже хорошие средства для борьбы с вредителями, борьбы с сорняками.
Я сейчас не могу вам сообщить никакие подробности, не хочу пока о них говорить, но это не так просто. Во всяком случае, можно сказать, это не так просто. Это как раз на границе того, что, я думаю, возможно, с технической точки зрения, как я сказала, такое рисовое зерно где-нибудь быстро заметить на поле. Это достаточно сложно, и это относится также и к этим мелким сорнякам. Тогда с моей точки зрения... Еще один вопрос. У нас камера или на дроне, или на кончике. Смотрим на культуру. Но и пшеница, и само культурное растение, если рано распознавать поражение насекомыми или грибами. Ну что, мне начать, мне ответить? Ну, Робин, отвечай сначала ты. Ну, вопрос такой, что мы отвечаем четко, уже существует приложение применения у дрона. Кто так делает, классическое приложение у дрона, это не в обработке. Для нас это более-менее фатально, если бы мы на этом концентрировались, просто потому что размер и возраст предприятия не готовы, чтобы это огромная область. Это плюс, если туда еще брать и патологию, и все остальное. Но понятно, что это тема, где мы тоже решили, что если дрон есть, значит, его можно в определенное время и использовать на определенных стадиях, если разработки это позволят. Понятное дело. Раз он уже есть на рынке, не в очень таком большом объеме, но... Нет, мы сейчас над этим не работаем. У нас тоже, да, у нас очень много идей, как это еще можно использовать, но все это стоит и денег, и времени на разработки. И мы уже, как Тео уже сказал, мы боремся с этой проблемой, и там очень тонкие всякие есть тонкости. Но, по крайней мере, вот диагностика, размер, стадия развития растений, если уже отдельные растения или, по крайней мере, сегменты, там квадратный метр, я могу померить, дать соответствующее разрешение. Управление удобрениями, вот на это я смотрю скорее, как на применение фунгицидов. И в плане фунгицидов тут сложно в нужное время работать. Там скорее, опять же, ссылаюсь на коллег из Xavio, где у них модели растений, где профилактическая обработка фунгицидами в плане вариабельных карт для применения. То, что фунгициды трудно, инсектициды тоже трудно. Данный картофельный жук, мы уже над этим думали, но он прячется под листочком перед тем, как начинает свое вредное действие проявлять. Трудно его камерой выявить. То есть тут для меня сложности. Для меня лично скорее управление удобрений на разных стадиях, оптимизировать управление удобрениями. Но на патогены же можно посмотреть. И вот Септория тритици немножко поздно, когда я уже вижу его на первом листке, уже поздно обрабатывать. Вот это может быть не очень сильная сторона камер, которые сверху смотрят. Может быть, если такие эллипсы, чтобы перед тем, как идет распространение. Но большинство, которых я не могу эрадикацию их провести, то в зависимости от стадии поражения, в зависимости от ущерба, что ущерб остается. И я думаю, что с камерой, скорее, вряд ли это будет хорошим решением, потому что когда сверху это видно на слишком поздней стадии. Ну, зависит от конкретного случая применения. Например, вот в определенном случае есть смысл применить камеру, тем более, если она уже есть.
Да, но это уже очень маленькие симптомы должны быть, малюсенькие такие вот головочки, и из них там, если из 100 листочков 5 я вижу, и что тогда уже надо проезжать, плюс там размер рисового зерна, мы его на свет смотрим, есть ли у них позднее поражение. Это всегда вот это, когда серьезные проблемы начинаются. На поле тогда уже поздно. Но если у меня есть уже имеющиеся растения, правильно описать их, густоту, если у меня есть погодные данные, плюс у меня хорошие деталированные данные о имеющихся растениях, применяю свое моделирование, то есть когда делать обработку фунгицидами, то есть это дополнительные такие данные, которые помогают. И, да, так называемое качество предсказания улучшить. Да, и конечно, мы конкурируем с очень простыми устройствами. Допустим, индекс вегетации. Мы уже по достаточно относительно дешевые устройства. Или посредством спутников. Да, но здесь нужно, наверное, просто различать обработку данных, которые и так собирают для других приложений, от того, что дополнительно нужно проводить обработку. И плюс, какова работа, чтобы обучить систему, и поэтому, например, приложение карты для удобрений, карты для улучшений, для монитора, это хорошая такая вещь. Тут не так много работы в плане программирования, довольно простые вещи, это просто делают и просто перенимают. А если, допустим, я хочу научить систему, когда поражение растений вредителями, там начинается искусственный интеллект, чтобы надежно это распознавать, а в чем потом будет польза, и довольно быстро становится понятным, эти разработки, они стоят того, или есть просто более простые методы, которые уже эти задачи решают. Другими словами, мы начали с вопроса, полностью ли заменит камера человеческий глаз. И, по-моему, уже ответ достаточно прозрачный появляется. Камера будет расширить возможности человеческого глаза, будет больше элементов как основы для принятия решения. Но когда идешь с бонитурой, это невозможно. Когда человек выходит в поле, это невозможно заражить. Но я думаю, что выход в поле может быть более эффективным. То есть мы скажем, да, у нас есть определенные так, горячие точки, такие места, которые... То есть это уже это не проходит по полю там полностью, чтобы везде все посмотреть, а что уже есть такой предварительно сканированная пашня, которая дает как бы общую картину, более детальные данные, и что у меня уже лучше понимаю, что происходит на моем поле. Так что я потом могу обижать вот эти вот участки особые. Но перед тем, как посмотреть, да, на поле, нужно смотреть, куда идти. Если ты хорошо знаешь площадь, то все равно ты идешь туда, куда ты уже сам надумал. Но есть, например, гибриды. Это, в общем, фактор наблюдения за полем. Это не так много, действительно, инструмент, чтобы продвинуться дальше. И, может быть, на твой вопрос еще к ответу, заменит ли человеческий глаз. Но, по-моему, вот та технология, где у нас на вот этих штангах, это человеческий глаз вообще не может это сделать. Тогда нужно представить себе такого фермера, у которого там, да, 72 ящика, и вообще размер у него как с пианино, и у него там мерцание ресниц, ресницы нажимают на клавиатуру, то есть это совершенно вообще другой вид применения техники и технологии. Нет, я ничего не имею против других высказываний. Конечно, нужен кто-то, кто непосредственно смотрит и идет в поле. Но, может быть, чтобы не
не фермер управляет трактором, а все-таки тракторист управляет трактором, а у фермера будет... Ну, смотреть в будущее, будем данные, которые мы можем получить с дрона и с моего спрея, тем больше как бы данных из прошлого, так называемых исторических данных, будет больше. И тогда, конечно, можно сэкономить на обходах полей, потому что мы уже можем идентифицировать критичные сорняки и очень-очень точная картина прошлого, и потом посредством моделей для прогнозирования полет семян, почва под посев, вот тогда можно лучшие выводы делать. В очень долгосрочной перспективе, которая будет там в 2020-30-х годах наступит, все больше и больше это будет заменять. Я думаю, что один аспект нужно учитывать, когда мы говорим о вопросе, заменит ли камера человеческий глаз. Я думаю, что нет, не во всех вещах. Но если дальше немного думать, то нам необходимы технические инструменты, чтобы расширить, ну, управлять, или чтобы когда по мере прохождения собирать данные, которые потом будут обрабатываться. Там будет интересно. То есть эти исторические данные также использовать. У нас схожий подход. Вначале мы хотим данные с машины сохранять в облаке, распознавать за счет алгоритмов для того, чтобы для машины делать алгоритмы. Но то же самое и агрономически возможно использовать. Есть данные, будут системы камер, соответствующие данные генерируются, а в будущем мы такого водителя уже как бы не увидим. Ну что ж, по времени время пролетело незаметно. По ходу дискуссии я бы хотел бы закончить нашу дискуссию вопросом каждому из вас и попрошу вас ответить на этот вопрос двумя-тремя предложениями и сказать о перспективе, когда у нас будет существенная популяция такой техники, увидим на поле. Мы видим разные оценки. Ну вот сначала тебе пас. Нужно различать. Что значит значимые? Значимые, если различение зеленого-коричневого или какие-то регионы, например, Австралия, Казахстан, части России, типичные применения для высева, для того, чтобы опрыскивать сорняки, не сорняки, может быть, для будущего в ближайшие 5 лет это вполне 20-30% будет. В Европе нужно, наверное, различать по культурам, чистые культуры, прежде всего, где высокие цены, например, сахарная свекла, где эти меры очень трудные. Если это будет работать, то где-то, да, в диапазоне 5 лет мы, да, где-то там 10-20% на кончике, на верхушке увидим. И плюс с политической точки зрения еще вопрос, хотят этого или нет. Но я не думаю, что мы так уж отстоим, чтобы мы увидели машины на поле. Но чтобы действительно распознавать отдельные сорняки или вот эти вот как бы hotspots, это, наверное, еще 10-15 лет. То есть, да, то есть меньше, которые меньше, чем полметра. Честно говоря, я вообще здесь перспективы не вижу. Или, может, какие-то там особые роботы, или... Да. Так. В этом месяце вот мы первым клиентам поставили вот эти первые компоненты. И надеюсь, что вот эту цифру мы быстренько достигнем. Но еще есть надежда, что это меньше Европа, а больше Северной и Южной Америки, что там больше идет, где-то 50% будет, даже больше. Так что там это может произойти достаточно быстро, если вот изначальный порог будет преодолен.
Ну, я думаю, что вот предприятие, у которого есть широкие такие севообороты, и это будет у нас в растениеводстве, я думаю, что порог пройден, если у нас переходим от чистых культур к таким площадным культурам. У нас есть травы, такие как пшеница, ячмень, которые мы не можем возделывать в чистых культурах, по крайней мере, в таких чистых культурах, которые нужны для технологии. Но если вот проработать такой севооборот, то это может быть таким решающим моментом подумать об этом. Ну и политика, политика. Потому что всегда человек дает свой импульс. Могу только присоединиться. То есть вот то, что каждое из высказываний, я просто, по-моему, все это ведет к тому, что эта техника действительно после преодоления определенного порога будет очень легко и быстро распространяться. Мы говорим о крупных предприятиях, где меняется структура площадей по Европе. Если одновременно мы говорим о более крупном севообороте, то вдруг начнется ситуация, что уже сейчас и защита посевов, стратегии базируются на нерепрезентативных выборках, а так у нас будет более масштабное, значит, более репрезентативное, что меньше будет обходов полей, и мы сможем покрыть больше пространства, и тогда будут другие проблемы, другие вопросы, намного более разнообразные, и мы сможем их всех покрыть. Ну, видите, у нас такие серьезные прогнозы на будущее, но, по-моему, и это реалистичная оценка. В конце концов, важно выйти и сказать, что на это мы можем рассчитывать в таком определенном горизонте времени. Хочу вас от души поблагодарить за интересную дискуссию, за информацию. Наверное, за мониторами сейчас сидят люди, и некоторые из них должны все это еще переварить, всю эту информацию. Если будут еще вопросы, то, пожалуйста, задайте нам эти вопросы. Мы готовы ответить на эти вопросы. Ну что ж, мне остается только поблагодарить вас за интерес и закончить сегодняшний день и пригласить вас на завтра. Завтра мы начинаем в 10 часов. Здесь же начнем с экономических вопросов современного севооборота. Я рад нашей встрече завтра и большое спасибо.